Всем привет, ребят! Ну что, просили показать вам тыковку с берцем на максималке. И сегодня мы такую сделаем и затестим параллельно тыковку с исцелением. То есть будет одна и та же тыква, собрана просто по-разному. Посмотрим, как она будет ускоряться, там тащить, не тащить. Так, окей, пиромах на ней стоит. Давайте рунки утекания возьмем. Для того, чтобы она дольше выживала, давайте даже так сделаем утекание. А тут мы поставим слона. Вот такая вот сборка у нас будет. Поехали. И в принципе особо больше не надо так. Я уже древние практически все пришел. Осталось последние. Тем более я бегаю без тыковки. Так, смотрим, что там у нас упадет. Интересно, берс упадет, как вчера на сардельке. Ожог такой же, как на сарделе. Но сарделя с бесплатки вытащил. Так. Огненько. Ну это все не то. Нам нужен берс. Самое странное, что раньше берсы падали раз через раз. Сейчас, как видите, падает все, что хочешь, но не берс. У меня, по-моему, должен быть рунами. Ой, точнее, этим на складе складированный. Но сейчас ради интереса пароль. Немножко коробочки пойдем тестить. Так, живо. Так, ну что-то... Это печально все. Не хочет берс падать. Саморазрушение. Живо. Это просто жесть. Ну, таланты здесь в любом случае. Вот я ролил на разных серверах. Мне здесь больше всего нравится, как падает все. Действительно интересные таланты падают. Бывает вообще просто тупо новые талантики вылетают один за другим. Так, корка. Смотрите, сколько утекания уже выпало. Берс так и не хочет. Берс, приди. Ну, просто жесть. Наверное, надо сделать вот так. Тогда, может, оно зайдет. Нифига себе. Раскол. Гнев. Да, конечно, зеленые таланты фракционные здесь падают очень часто. Так, ну давай уже. Блин, на сарделе и то быстрее упало. Просто ужасно. Уже даже слили девятку. Освободили. Все равно перс не хочет падать. Заколдованный, короче, талант. Нифига себе, бог войны. Опять такое ощущение, что вот сегодня все таланты вот как-то однообразные падают. Посмотрите, то есть там это как закономерность. Вот, смотрите, даже новый талант упал. О чем я говорил. Так, живо. Давайте еще 12. Железная воля. Круто. Однозначно круто. Но, кстати, ремок сегодня нет. Очень удивило. Сегодня мы без ремок. Сколько мы там, 60 коробок чем-то или 70 открыли. И, как видите, фото на ремка. Так, ну все, давайте 5 коробок. Берс должен упасть.
Бег ролевого. И бер сразу же. Вот так вот. Отлично. Поехали, качаем. Идем тестить. Так, окей, на максималке смотрим. 9.9 увеличивает атаку на 90%, то есть практически в 2 раза. А атака тыковки по атрибутам раз в секунду, это получается где-то раз в полсекунды. Ну, сейчас посмотрим. Вот такая вот сборка. Давайте поменяем пиромага на пиромага. Уберем пиромага, чтобы он нам не мешал для теста. Ну, а с вас, конечно же, лайки. Уберем еще одного пиромага. Так, давайте что-то такое интересное вытащим на нее. Такое можно. Лучше, конечно, на отхил что-то более интересное. Так. Эти пиромаги уже достали. Вот, хранитель леса есть, отлично. Ай, блин, не поставил. Так, доспех. Я там кому-то хотел доспех поставить. Вроде как. А, на Лазулю вернуть. Так, все, Лазуля у нас с доспехом. Видите, как долго подготовка длится для того, чтобы вам заснять что-то толковое, показать. Тоже может герой. Так, ну это... Дафный вариант там не катит. Так, отлично. Все, замена есть. Поехали. Вот такая вот тыковка, атрибуты, какие вы видите, в принципе, на экране. И мы тестим ее, как обычно, где? На подземках. То есть давайте наша любимая подземка. Жестокая, последняя. Поехали. Let's go. Смотрим просто чисто. Вот как раз отлично у нас смотрителя нет. А, за сколько она хотя бы приблизительно разгонится там. Вот даже давайте посмотрим просто по первых этих. Вот 11 секунд, чтобы убрать полностью один гарнизончик у нее ушло. Вот как-то так. Вот она разогналась уже и все, ее слили. Опять же, какой плюс? Давайте еще разок тест. Исцеление у нее отхил. Исцеление в 2 раза выше. Вот вам уже первый плюс. Это на восьмерке. То есть даже не в разгоне, даже берем только чисто исцеление, уже намного круче. Так, окей. Не туда немножко я полез. Но сама по себе разгоняется неплохо. Мы еще потестим ее на других локациях. Потом, когда они откроются, я вам допилю видосик отдельно. И ну, смотрим пока здесь. Ну, ускорение. Сейчас по стакам еще посчитаем. Я пока по секундам смотрю. Ну, где-то так, 11-12. Теперь смотрим по ускорению, за сколько выпустили. Раз, два, три, ну, 4 почти. Почти 4 секунды. То есть, такой вот у нас получается... Разгончик почти 4 секунды. То есть 11-12 для того, чтобы слить гарнизончик тут. Но дальше сейчас ее тут могут слить, а может и нет, если будут вот так вот подбирать. Не, все равно сливает, как видите. Окей. Увидели, в принципе. Видели, запомнили. Меняем. Ну, однозначно, вот вам плюс. Первый плюс – это набор энергии. Вы сейчас это увидите. Второй плюс – это отхил. Атакуют ее и башни. Все для подземок. Однозначно исцеление лучше. Для архидемона исцеление лучше. Но вы попросили показать вам с берсом разницу. Вот я вам показываю на максималке одну и ту же самую тыку. Так, исцеление, да, у нас? Окей, поехали. Смотрим. Раз, два. Она уже набрала первый стак. То есть разницу, я думаю, вы видите сейчас на лицо разница. Вот смотрите. Все, уже доли секунды мы выиграли. Благодаря тому, что у нее разгон в разы быстрее. И посмотрите на этот отхил. Сейчас посмотрим, как она дойдет.
то мессы и что она тут сделает, если, конечно, дойдет. Но от хила тут намного больше. Посмотрите, какой у нее бешеный разгон. И вот смотрите на ее внимательно отхил. То есть они ее там дамажат, но посмотри, офигеть просто. Просто тупо стычки. Жесть. Вот это тыква, да? Максимальная. Но тут однозначно плюс вы видите, это отхил, ускорение. Смотрим еще раз. В принципе, ее где-то тестировать дальше смысла не вижу. Я вам просто показываю на базе, чтобы вы просто понимали. Давайте где-то так в одной точке будем выпускать. Давайте вот здесь вот такая вот точечка есть. Так, поехали. Выпустили. А вот, кстати, смотрите, немножко в разброс пошли и все. На 5 секунд и потеряли. А, ну это, в принципе, такое. Тут однозначно исцеление лучше. Тут даже если там секунды одинаковые, исцеление плюс имеет в отхиле. Так, раз, два, и она уже заряжена. То есть на подземках, чем больше ее будут атаковать, тем быстрее она будет заряжаться. Это однозначно ее преимущество. Ну, тут явно 50... 2 минуты 50 секунд она уже забегает. Ну и сам разгон, то есть первый стак, я думаю, вы видите, насколько это быстрее все происходит. Обратно ставим берс. Кидаем. Так, раз, два, три. И на четвертую она только разгоняется. То есть вот вам разница по стакам уже. Посмотрите, теперь разница. Ну тут тоже, в принципе, быстро. А вдруг сейчас затащит это имбище? Ну, я уже вижу по тому, как она бегает, это уже далеко не то. Ну, конечно, тут и станет, бывает. 89 тысяч отхил. Ну, отхил неплохой. Но нету разгона, нету урона. Соответственно, нету отхила. То есть она сливается. Ну, поехали еще разок. Исцеление. Надо будет еще, кстати, воодушку. Если хотите воодушевление, пишите в комментах. Потестим еще воодушку. Так, кидаем. Нет, ну тут, конечно, тут... Ну, нет. Даже видно чисто потому, как она бегает, перемещается от здания до здания. Думаю, вы все видите. Ну, опять же, тоже слили. Тут рандомчик, потому что тут мины есть. Так, окей. Давайте ради интереса в экспедицию забежим. Конечно, к сожалению... А, вот, кстати, есть. Гильдейский босс, отлично. А, второй активирован. Вот давайте берсовую тыковку попробуем. Посмотрим на разгон. Я не помню, какие там герои у меня стоят. Ну, просто ради интереса посмотреть. Как оно будет? Я, в принципе, что мы тут посмотрим? Он, это ж не первый, это второй. Ой, кто-то на меня напал. Нет, тут меня сейчас просто чпокнут. Хоть так посмотрим. По героям, в принципе, видно, думаю. Давайте попробуем по-другому. Давайте поменяем на исцеление. А также запущу. Так, что там у нас? 22 миллиона, да? Вот смотрите, в разы, вот заметно просто даже в разы. 8 секунд, и сейчас у нас тут намного больше урона. И посмотрите, она отхиливается, то, о чем я говорил, что босс ее не успевает убивать. Очень много отхила. Ну, тут явно, тут намного больше урона будет.
Вот вам ответ, в два раза даже. Я, конечно, тут один ищу, бью. Точнее, их бью. Ну, чисто даже так вот, то есть визуально, чтобы у вас уже никаких вопросов не было. Да, берс классный. Для бездоната это вариант. Но есть воодушевление, есть исцеление, есть ворот. Три талантика, которые переплюнули. Нету времени ждать. Попробуем еще разок. Ну, я вижу по героям чисто визуально, насколько они быстрее ускоряются при агре на тыковку. Даже при таком раскладе 39. Надо будет еще, кстати, попробовать на архидемоне. Посмотреть, вот там будет самый, если будет хороший архи, самый интересный результат будет именно там. Даже так немножко затянул. Я ускорил, ну, в этот, секунду где-то. Щит. О, ничего себе. Ну все, это тоже, это топ-результат будет. Давай, убивай уже стрелка. Не, нифига не может. Сейчас тоже 40 миллионов может свободно набить. Ну, плюс-минус, это все-таки рандомчик. 41. Как видите, как повезет. Ладно, не буду я заморачиваться. В общем, так вот, ребят, такой вот тестик. Я думаю, вы уже наконец-то многие поняли. Однозначно, если у вас есть берст, ну не качайте его на девятку, не тратьте камни. Ждите исцеления. Еще будут, если хотите, пишите воодушевление, затестирую потом. Ну, вот такая вот сборочка у нас. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.